Сегодня они не в белых халатах, а в вечерних платьях и костюмах. Представители самой гуманной профессии – врачи. В свой профессиональный праздник смогли вырваться из плена работы, чтобы получить заслуженные награды. Вы дарите нам, нашим близким, родным, улыбку. Дарите самое главное, что никто не может подарить – здравоохранение. Мы всегда заходим к вам в кабинет с великой надеждой. Из надежды смотрим в глаза. Будьте счастливы. С праздником. С Днем медицинского работника. Из рук главы района врачи и медсестры получили почетную грамоту Министерства здравоохранения Московской области. Среди награжденных врач 2-й районной больницы Павел Николаев. В профессии уже 14 лет. Сейчас врач-хирург специализируется на сосудах нижних конечностей, венах и артериях. Сейчас, вот буквально недавно, с марта, начали мы внедрять в наши больницы так называемые эндоваскулярные методы лечения артерий нижних конечностей при атеросклерозе. То есть, когда у человека, если по-простому, закупориваются артерии, и наша задача через минимальный прокол в 3 мм прочистить, если так сказать по-простому, и пустить кровь к ноге. На словах звучит просто, но на деле такая врачебная практика спасает людей от ампутации ног в том числе. Наш район славится выдающимися специалистами. Среди них и Татьяна Лаврухина, которой суждено было стать врачом. Родители всю жизнь отдали больнице. Мама работала 54 года в нашей больнице, 48 лет в нашей, а всего 54 года. Папа 40 лет работал в нашей больнице. Дяди, тети, братья, сестры. Родная сестра моя тоже терапевт, заведующая терапевтическим отделением 2-й поликлиники нашей больницы. Ну, судьба была предопределена, даже мысли не возникало, что куда-то в другую профессию. Очень люблю, людей люблю, с людьми люблю работать. Несмотря на то, что не все проблемы в системе здравоохранения еще решены, только за прошедший год в нашем районе была введена бариатрическая хирургия. Завершается ремонт 4-й поликлиники и строительство нового инфекционного отделения. Открываются ФАПы. От лица депутата Мособлдумы Алексея Мазурова гостей поздравил председатель Совета ветеранов Воскресенского района Василий Дацук и вручил почетные грамоты Московской областной думы. А Олег Сухарь вручил знаки отличия за заслуги перед Воскресенским районом. Все мы по праву считаем, что наше здоровье и наша жизнь находятся в ваших надежных профессиональных руках. Поэтому разрешите поздравить вас с праздником, пожелать вам мира, здоровья, благополучия вашим домам и вашим семьям. С праздником! Руководитель администрации города вручил благодарственные письма от главы Воскресенска. С поздравительной речью выступила также руководитель профсоюза здравоохранения Людмила Фатеева. Самые теплые поздравления звучали, конечно, и от коллег. Главный врач 2-й районной больницы Юрий Райхман растрогал всех стихотворением, после которого долго не стихали овации. А я простой российский врач, прошедший путь от санитарного хирурга, сердечно всех благодарю за преданность, за честность и за мудрость. Что говорит, закончив операцию хирург, сняв маску и перчатки в таз бросая? Спасибо всем за помощь и за труд. Больного только что успехи обнимали. И преклонив колени, я прошу Бога счастья вам и вашим семьям, чтобы все задачи были по плечу, чтобы здоровы были вы и ваши дети. Храни вас всех Бог. В свою очередь, лучшие коллективы района подарили врачам свои творческие номера. Ольга Югай, Евгений Страдубов, Воскресенские вести.